Компактный маршрутизатор с поддержкой 4G и SIM-карт стандарта Nano. В этом видео мы распакуем роутер компании TP-Link, модель Archer MR400 AC1220. В комплекте с ним прилагается блок питания, Ethernet-кабель и небольшой адаптер для SIM-карточек формата Nano. Для старта работы достаточно прикрутить антенны, вставить SIM-карту и включить роутер. Роутер выполнен в прямоугольном корпусе из черного пластика, а по габаритам укладывается в размеры 202 на 141 на 34 мм. Снизу есть 4 пластиковые ножки-петли для установки роутера на стене. Вся нижняя часть перфорирована для пассивного охлаждения. Индикаторы активности и состояния подключения спрятаны под лицевой панелью. С тыльного торца вынесены кнопки управления и порты. Здесь у нас разъем питания, кнопка включения, 4 гигабитных LAN-порта, один из которых выполняет роль WAN, кнопки активации WPS, сброса настроек, включение-выключение Wi-Fi и слот для микро-сим-карт. По бокам установлены две антенны. TP-Link Archer MR400 AC1220 относится к решениям с поддержкой двух частотных диапазонов – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Главная фишка роутера – встроенный LTE-модем с поддержкой LTE. По словам производителя, скорость загрузки данных через мобильную сеть может достигать до 150 Мбит в секунду. Настройка устройства весьма удобна, благодаря возможности использовать не только веб-интерфейс, но и мобильное приложение TP-Link Tezza. Глобально роутеру не хватило только USB-разъема, с помощью которого в локальную сеть можно было бы вывести принтер или внешний накопитель. Впрочем, для тех, кому нужно просто пользоваться интернетом через 4G и при этом покрыть сетью не очень большое помещение, такого роутера должно хватить.